Дорогие друзья, я очень рад, что все-таки вы пришли, к нам на нашу первую свою выставку, или как мы его называем, Национальный металлообрабатывающий форум NMF-2023. Я не знаю, зачем мы решились на это, но мы решились, и самое главное, что мы его сделали. Насколько он полезен и будет полезен, не мне судить, покажет время. Будем ли мы делать это мероприятие ежегодным, будем ли мы расти и дальше, тоже покажет время. Но я очень доволен тем, что мы решили попробовать что-то другое, условно пойти против системы, против привычного и вдохнуть свежую струю. Я считаю, что монополия вредна, и мы, надеюсь, что разбавили привычную выставку таким новым мероприятием. У нас 3 дня деловой программы, сегодня был первый день. И завтра и послезавтра, я надеюсь, что будет не менее интересно и весело. У нас всего 1 павильон, но зато лучшие люди здесь. Касательно результата выставки мы, наверное, сможем сделать выводы ближе к ее концу, буквально послезавтра. Но что хочется отметить, это насыщенность деловой программы, которая, мне кажется, вполне себе изобилует интересными темами и нерядовыми докладчиками. И когда нету вот этого нудного воска единства направлений, когда есть все-таки какая-то полемика, когда есть эмоция, ну и когда есть отвлеченные темы для дискуссии, потому что сложно все время слышать сухую выжимку металлообрабатывающих тем. В целом так. Стартовал первый день работы Национального металлообрабатывающего форума 2023. Это новое слово в работе выставок, посвященных данной тематике в России. Первый такой блин, который, как мы видим, не выходит комом. Всех приглашаю, всех ждем. Всем хорошего дня. Национальный металлообрабатывающий форум 2023 года – это первое мероприятие такого формата. Я думаю, что оно очень интересно тем, что дает возможность в новом формате новым людям и молодым компаниям, и компаниям, которые давно уже на этом рынке, представить свои возможности. Мир сильно изменился, мы находимся в новой реальности, новые способы представления информации, новые форматы обсуждения, дискуссий, как этот форум помогут как поставщикам, так и производителям, так и непосредственно заказчикам станочной и инструментальной продукции получить больше информации и двигаться дальше вперед. Поэтому мы считаем, что Национальный металлообрабатывающий форум – это дополнительная возможность ознакомиться с тем, что происходит на рынке, с теми возможностями, возможно, сложностями, более подробно понять, что происходит, и принять правильное решение для развития своего производства. Всем привет с Национального металлообрабатывающего форума. Меня зовут Сергей Арцемени, я директор фирмы АСТР. Рады быть здесь, рады представить себя. Это совершенно новое мероприятие, его не было. Приходите к нам на стенд за инструментом, за оснасткой, за новыми технологиями, за хорошим настроением. Будем рады видеть вас. Что уже напрашивается сейчас, это расширить форумную часть. У нас есть очень сильная, у НСПМ очень сильная позиция, там, где идет обсуждение, как они это делают. И я думаю, если мы это поделим на множество обсуждений, на сектора, там автомобильная промышленность, нефтяная, оборонка, я уверен, это даст хороший прирост нашему вот, качеству нашего форума. Скажем, сделать не одну площадку, где 4 стула и 4 человека вещают, а несколько площадок таких. Второй момент – это такие панельные дискуссии. Я думаю, у каждого коллеги, у каждого партнера есть связи на заводах и может прийти серьезный производитель, серьезный покупатель станков или инструмента, и вокруг него сделать хорошую коллаборацию, где производители софта, инструмента и станков смогут пообсуждать проблемы заказчика,
в глубине от директора до рядового исполнителя. Вот как такие идеи, они достаточно сырые, но я думаю, если их подумать и отшлифовать, что-то можно из них сделать. Нам удачи, терпения, я думаю, поработаем, что-то получится. Находимся на национальном металлообрабатывающем форуме. Первая выставка-форум в новом месте. Что можно было ожидать? Наверное, здесь никто из экспонентов не ожидал огромного количества и потока народа. Тем не менее, выставка получилась кулуарная и очень атмосферная, и очень такая по-домашнему теплая. Особенный акцент сделан, конечно, в деловой программе. Было несколько очень крутых панельных дискуссий. Именно панельных дискуссий, а не просто скучных каких-то презентаций или представлений, рекламных представлений своих продуктов. Люди реально высказывали свои мнения, дискутировали на заданные темы. И очень это правильно и приятно слушать и получать полезную информацию. Считаю, что это ключевой аспект, ключевая причина, по которой на эту выставку надо приходить и участвовать в ней в следующем году. Очень довольны. Я скажу так, что то, что сегодня мы стоим таким большим стендом, таким красивым стендом, это даже больше не для заказчиков, больше для нашего внутреннего потребления. И я хочу сказать, что вся наша команда, мы, значит, назначили встречи. Выставка – это встреча с теми, с кем мы уже знакомы. Ну, по таким крупным проектам клиентов, заказчиков по выставке не бегает много. Поэтому нас не смущает сегодня, там, может быть, не такой поток, как в альтернативной выставке. Крайне благодарен своему, потому что фактически это такой союз, который позволил сегодня уже нам найти партнеров для крупных проектов. Да? И только одно это, на схождение в НСПИМе, оно уже, так сказать, окупило там, выставок 5 вперед. Поэтому мы готовы участвовать. Мы считаем, что надо делать выставку еще более-более привлекательной. Постараться, наверное, в программу форум обсуждение геотехнических вопросов добавить. Вот. Крайне благодарен Павлу Белику за эту инициативу и за возможность здесь участвовать. Добрый день, коллеги! Сегодня первый день работы выставки NMF 2023. День прошел очень насыщенно, интенсивно. Сейчас вы видите, что люди потихоньку стали уходить с нашего стенда, но в течение дня было очень интенсивно. Благодаря тому, что рядом с нами проходит деловая программа и конференция, спикеры сменяют друг друга, люди могут и прийти к нам на стенд, посмотреть на наш инструмент и поучаствовать в конференции. Отдельно хотел поблагодарить организаторов выставки, это и NSPOIM, и онлайн Metalworking. Коллеги сделали просто колоссальную работу и за несколько месяцев организовали потрясающее выставочное событие. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Антон Белобородов, я директор компании Bicontre. На данном мероприятии, национальном металлообрабатывающем форуме, я ставлю перед собой задачу, это прежде всего посмотреть на те компании, которые присутствуют. И то, что я увидел, меня очень порадовало. На данном форуме получился такой хороший сгусток, вот хорошая выжимка компаний, которые занимаются станками, сервисными решениями, инструментом и комплексным подходом всех тех задач, которые мы проговариваем. Я верю в те подходы, которые сейчас продвигаются, что эти инструменты, которые в прямом и переносном смысле будут предложены рынку, они будут эффективны и показывать ту отдачу, на которую мы рассчитываем. Поэтому верю, что мы увидимся в этом году и увидимся в следующем году. До встречи!